Продолжаются встречи кандидатов в депутаты законодательного собрания края 6-го созыва с избирателями. Одну из таких провела Юлия Пархоменко, познакомившись с трудовым коллективом Анапского хлебокомбината. Аудитория близка к кандидату. Опыт руководителей Юлия Пархоменко набирала в том числе и поднимая аналогичное производство. Мы смогли сделать фирменные магазины, в которых весь выпеченный хлеб и плюс еще что-либо другое продаваться получиться. Мы вошли тогда в сети «Магнит» региональные, да, и смогли выпускать для них всевозможные изделия. И тогда, чуть-чуть поднимая зарплату из года в год, хлебокомбинат стал жить. Анапский хлебокомбинат – бюджетообразующее предприятие города. В условиях всевозрастающей конкуренции очень важна государственная поддержка. Ее можно и должно получать, активно участвуя в краевых и федеральных целевых программах. Защищать и отстаивать интересы производителей – тоже задача будущего депутата от Анапы. Кандидат рассказал о своем видении работы парламентариев. Избиратели задали интересующие их вопросы.